Предполагаемый организатор смертоносной переправы мигрантов из Африки в Италию арестован. В пятницу итальянская полиция задержала 24-летнего сомалийца, по вине которого у берегов острова Лампедуза в этом октябре разом утонули 366 человек. Имя арестованного пока не называется. Полиция только сообщила, что он был членом вооруженной группировки и подозревается в других преступлениях, включая похищение, торговлю людьми и сексуальное насилие. Это первый случай, когда представитель подобных группировок попадает в руки правоохранительных органов. Как предполагается, он принимал непосредственное участие в организации опасных путешествий мигрантов по морю к итальянским берегам. При этом зачастую использовались ветхие лодки, которые были буквально переполнены. Подозреваемый оказался в числе мигрантов, которые находились в центрах временного задержания на острове Лампедуза. Его опознали 8 человек, выживших в октябрьском кораблекрушении. После этого сомалийца, а также сирийца, которого подозревают в организации подобных путешествий из Сирии, отправили в город Палермо. Напомним, лодка с мигрантами затонула 3 октября всего нескольких сотнях метров от берегов Лампедузы. Этому предшествовал пожар. Погибли 366 человек, включая женщин и детей.